Привет, друзья! Сегодня хочу показать в кратком видео, как записывают данный аппарат. Многие просили, и вот сейчас проведу краткий тест записи с флешки на кассету, с радио и микрофон. Тут даже микрофон где-то спрятан, хотя его визуально не видно. Поехали! Так, значит, переключаем в тейп, нажимаем паузу, запись, кассета заряжена. Итак, первая запись у нас пойдет с флешки. Запись качественная, соответственно, на флешке идет. И так, окей, фрагмент записан. Теперь переключаю на радио. И теперь проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка записи на встроенный микрофон. Так, останавливаем. Перемотка. И поехали слушать. Так, сейчас с самого начала. Так. Это была запись на кассете. Так, это запись флешки. Так. Блин, привлекут за авторские, но, думаю, ненадолго. Так. Проверка записи на встроенный микрофон. В общем, вот так. С флешки пишет вполне себе удобоваримо. С радио почему-то некоторые волны хрипят. То есть, не знаю, перегрузка по сигналу. Но, в общем, косяк. С микрофона, сами слышали, как пишет, довольно глуховато. Но, скажем так, на 4 с минусом, на 3 с плюсом. Вот, так что делайте выводы. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До следующих видео. Чао, друзья. Всем мира.